Друзья, всем привет! Мы с Вовиком едем. В прошлом влоге мы были в Волмарте, друзья. Мы купили зеркало. Та-да-да-там. Кто не смотрел прошлый влог, так, у нас буду, радость. Не париться, а здесь оставить машину или попаримся. А что, мы не встанем больше? Ну, я думаю, вряд ли. Ну, ставь вот здесь, там где-то 10 метров. Ну, давай по кругу объедем, если совсем. Потому что вот видишь, где народ стоит. Ну, да, да. Поэтому я думаю, ну, так что... же встань, господи, вот так вот. Ну, я сейчас облею, если там будет, нам уже надо просто продать. А, офигеть. Купить. А, ну, 6.28. Ну, вот, сюда же. Вот, нет, смотри, как хорошо. Нет, оставили место, да? Чтобы выезжали люди и не... Ну, не встанем, Вов, давай без кругалей, без этих, а. Все, давай обратно к Данкин Донатс, тут всего-то идти. Ну да, он уже стоят вдоль машин. Вдоль, поперек уже всяко стоят. А вот так нельзя встать за ним? Вот ну, здесь можно, прямо. Конечно, просто, ну нам зачем? Мы сейчас поедем там, встанем, дойдем с тобой. Ну давай, вот он, Данкин уже, вот здесь уже вставай. Да, поэтому. Ничего, какое оно большое. Угу. А вот, а, нет, тут мотоцикл стоит. Молодец, мотик, ага. Нормальное место поставить. Угу. Вот это, вот такая машина, я понимаю. О. И ты поймешь, для чего она. Я теперь понял четко, для чего она. Мне вообще нравятся большие машины. Очень нравятся. Вот такие задранные с огромными колесами. Мне очень нравится. Да, но я, о, теперь, место, я теперь, поверь мне, понял, для чего она. И таскать вот это весь водный нет, транспорт. Нет, херня таскать. Место. Вытаскивать и затаскивать. А. Потому что, когда я подъехал, то друзья, мне мы вот сюда. Нужно было в воду заехать, чтобы столкнуть джетски. Жаришка на такой машине ездит, да? Да. Да, однозначно, да. Так, ладно, пойдемте. Так, друзья, мы идем, мы идем, приходите ко мне на курсы русского языка. Мы идем смотреть sit to table, кусок мяса, который интересует Вову, томагавк называется. Большой-большой-пребольшой кусок мяса мы хотим сегодня пожарить в честь праздника. Вот, вот это уровень, я понимаю, нормально. Флаг, смотри, да? У него и флаг, да, еще? У него и флаг, вау. У него флейка, еще какая-то даже не ага. Флейка, а там какая-то уже прибыла. Ой, стоит. Сейчас такую машину видели, а, на ней флаг, ну, такие наклеечки, звезды-звезды по всей машине так вдоль. Там джип такой ехал огромный, у него такие звезды-звезды, и в конце такое это, и как будто развивается флаг так по всей машине. Очень было красиво, прям очень-очень. На колесики смотришь? Да, я смотрю, у него прикольные. Даже не вздумай. Чего? Нет, а на синенькие поставить а такие. А у него синенькие, у него хорошие колеса, не хуже, да. Здесь стоят, они готовые сразу. Ну вот ладно. Угу. Так, друзья, нет, sit to table. Собачка, о, вот. Точно. Так, ты запомнил, где машинка стоит? Напротив. Да, да. Я всегда ориентир смотрю, но над, перед какой буквой, перед каким словом, если не забываем. Так, мы идем за мясом и за вином. В общем, мы идем праздновать. Вот такую нам маленькую тележечку надо взять. Там, скорее всего, уже таких не будет. Бери сразу. А, и возьмем давай кусок мяса. Зачем? Ну, дотащим просто им. Ну, возьми, возьми. А, поставить в смысле? А, я думаю, нам две. Думаю, зачем нам две? Мы вроде... Ну, мы за арбузом еще хотим. Я хочу арбуз. И вино, и мясо. Ну, и вам поснимаем. Мы тут уже сколько не были? Неделю, наверное. Доставка тележек. На самом деле здесь проходит человек, и все собирают. Ну, тут как всегда, друзья. Ой, какая песня крутая. Сапоги огонь. Ага, сапоги огонь. Ой, какая крутая песня. Так, ну что? Это вживую поет, да? Ребят, смотрите. Ай, блин, солнце. Сейчас я дойду, покажу вам. Thank you.
девушка бесподобно поет. Обрубленные все эти. Да, классно. Вау. Поет вообще, она каждый раз здесь поет, мы ее уже не раз снимали, не раз показывали. Вова, мне арбуз надо. Так, Вова, пропусти дяденьку. Вова. Так, друзья, мне надо арбуз. А, желтого нет. О, вообще к вечеру не очень-то все. Может, целый просто взять? А, может быть, вот такие парочку просто взять и все. 8 баксов? Да ладно, я большой один возьму за 8 баксов. Вов, не очень большой выбор. Вот эти бракушки, вот, ложи вон, офигенный красный. Желтый, Вов, а вот 5. Ну просто, блин, они стоят дофигища. Ну возьми два. Зато мусора нету, да? Ну конечно. Ладно, давай, берем. Вот здесь тут и всегда такая веселуха. Мы уже много раз показывали этот магазин. Цены здесь, конечно, будут дороже. Здесь все органик, органик. Мясо будет тоже дорогое, рыба тоже будет дорогая. Дорого, но... Дорого, но это очень такое прям качество, да, качество. Дешевле, чем в Walmart. А, такое тоже возможно, да. Нет, не-не, они в Walmart 50 с чем-то сайз центр. Большой прям. О, да, точно. Не-не, в Walmart дешевле. О, перепутал. Там 50 с чем-то центр, 54 что ли. Сыры, сыры. Винишко. Нам надо красное под мясо, да? Это будет бомбическое. Ну, берем все, давай, берем. Смотрите, Флорида. Особенно в Нейплсе очень. Гольф полей тут вообще немерено просто. А, понятно. Классно. Так, а белое вино у меня просек, а у меня все есть, все хорошо. Без паники. Тут много вкусностей. Ну так, а, так сегодня день такой, все на гриль берут мясо. День такой хороший. День такой прекрасный, да. Так, здесь морепродукты. У нас сегодня красное вино, нас они не интересуют. Вот это прям гольфшмин. Это большие креветки. Всякие штуки для рыбы. Вот, так, да. Есть твои томагет? Да, ну отлично, давай в очередь встаем тогда. Ух, ты что, смеешься, что ли? О, сколько, сейчас я вам покажу цены. Так, это за кусок или за паунд? Это dry, это aged, видишь? Это что значит? Это дорогое, это aged. А, нет, я про цену. Отвешенное, короче, вот так, если говорить. Я про цену. Слушай, мы с тобой ни разу не брали, давай одну возьмем такое, 4,93, да, попробуем? Ну, сегодня с ними сделаем домашний. Давай, давай, это сам бренд Sweet to Table, Sweet to Table, видите, здесь много будет продаваться продукции, где будет написано Sweet to Table. Так, сейчас узнаем, сколько он получилось у нас? 85 ЛБ за $60, смотрите, сразу угли, чтобы вот сразу, не отходя от кассы, все прям сразу взять, вино, вон, смотрите, вы видите, вино лежит сразу, угли. Любое мясо, сразу, чтобы не ходить по рядам. Будет часть более жареная, будет часть более сырая. Более сырую тебе. Более сырую мне? Да. Давай, давай, окей. Она толстая очень. Толстая, да, нам ее сейчас завернут. Так, ты взял специи, да? Я хочу попробовать эти специи. В Walmart'е. $25 он, по-моему, стоил. 20 с чем-то. Ну, не сравнить, да, ты имеешь в виду? Угу. Томагавк, томагавк. Так, что тут еще есть? Миньончики, $37 за паунд. А, иду. Что? Наш первый томагавк. Кстати, да, первый. Макс тогда, помнишь, привозил, жарил? Все, в общем, скупают мясо, все сегодня будут жарить. Так а тут все с пивом и с вином ходят. Здесь мы уже рассказывали, здесь приходят с такими тележками, берут вино, пиво и ходят, выбирают себе. Пойдем еще покажем, что... А что такая очередь? Это за... Зачем? А, это где мой этот продается, да? Давай тогда пиво тоже все равно, ты поедешь. Давай. Все, лежат. Вот это воспитание, понял, да?
вот это. Мне жалко сразу таких собак, которые такие послушные. И я вот понимаю, так, что их дома пиздят там, я не знаю как. Ты маленький. Он как будто боится. Он вам сказал, ну, лежать. Да, да, с одного слова, Вова. Да, какая прелесть. Да, да, да. Красавчик просто. Молоденький еще. Ты маленький. Мне так жалко, когда такие дрессированные собаки, мне их так жалко, всегда страшно. Ага. Я просто понимаю, жалко, как это достается тяжело. У меня просто была овчарка. Ой, да. Ладно, все, мы все? Или еще походим? Что тут есть еще? Тут много всего есть, нам здесь больше ничего не надо. Томагавк только и все. Вкусное пиво. Ядрененькое опять. Здесь, знаете, такой стаканчик пива взял и все, хана. Я такие орешки, помните, нам посылку присылали подписчики с такими орешками. Я их давно уже съела, очень вкусные. Ой, какая песенка. Dancing. Они сами поют, нет, не будет. А вот органик бананы, 99 центов. Перчик нам не нужен, у нас нету. Не надо? А, кукурузу сюда взял. Так, арбузика 2 взяли. Что нам еще здесь надо? Ничего? Из специй нам ничего не надо. О. А это что такое? Это не с вишней? Вот это? Это свекла, свекла, свекольный. Это свекла, козий сыр. Да, нет, тут смотри, свекла. Свекла, козий сыр. Это скваш, это, короче говоря, кабачки. Короче, мы это есть не будем. Равиоли, это очень вкусно должно быть. Не знаю. А вот смотри, шпинат и артишоки, это очень вкусно должно быть. Вот это будет вкусное. Смотри, машрум. Вот это равиоли с машрумом. О, вот с машрумом надо взять. Машрум. Машрум возьмем, конечно. Это тоже ситутейбльский, нет? Да. Думаю, да. Давай возьмем. Его в морозилке нет? Да. Нет, просто, короче, завтра утром можно сделать. И смотрите, всякие разные супчики. Много, я? Да. Арбуз? Зеркало, а, зеркало. Это было в прошлом зеркало влоге, это не считается. Это уже не считается. Прошлый влог не считается. Давай. Смотрите, какие супчики. Ну, ты допивай свое пиво и поехали. Смотрите, какой супчик. Таких Костка много. Дальше. Продается. Да. Супчиков разных много. Ну, а что, взял, разогрел, все готовое. Не надо дома стоять с поварешкой. Раз и готово. Ну, кстати, брали пару раз в Костка, нам очень понравилось, нам зашло. Правда, мы больше не брали с тех пор. С лапшичкой, с фрикадельками. Ой, какой кайф. Так, ты не рекламируй, я сейчас тоже пойду возьму. Алкоголь, конечно, вреден, но и полезен тоже. Полезен однозначно, я всегда говорю, полезно. Так, ну что, все, погнали на кассу. Чесночок. Так, вино-то взяли, да? А, взяли. Народу полно. Вот в это вот заведение мы детей обычно сдаем, когда мы с детьми сюда приезжаем. Народу полно. Патриотически все одеты и настроены. Потому что сегодня праздник. Видите, цвета синий, красный, белый. Что нам надо еще? Хлеб мы здесь брали, не зашло, как-то слишком, знаете, натурально. А. Ага. Танцы? Ноги в пляж. Еще наверху какой-то движ происходит. Они там что-то все хлопают. Бухают, стоят, хлопают. Не знаю, что они там делают. Такие вот, давай возьмем. ABC. Мишек не было. А, вот они, мишки. Ну, мы буковки уже взяли. Goldfish. Ладно, хватит. Смотрите, во флагах, во флагах. Да, там прям какой-то движ-движ наверху. Там, по-моему, фитнес-зал и что-то еще, я не помню.
Так, итого, друзья, сколько отдали? $112. Налог $1.38. Потому что все продукты, пивасик твой только, не считается. Алкоголь не считается, кстати, за него налог берут. Все, поехали. Сейчас народу будет все больше, больше, больше. Машины уже... Что? Ну, началось. Вовик здесь обычно футболки берет себе. Патриотические. А, здесь трамповская тема. Футболочки, бейсболочки. Кто? Make America Florida. А, Вов, поехали, пожалуйста, уже. Сейчас не уедем. Все, мы двигаемся к машине. Мы и едем домой. Хорошо, двигаемся. О, смотри, она с пивом поехала за рулем. Вот так бутылку держит, ты такая. Вообще это запрещено, да. Это но... не просто запрещено, это но прямо... Но не здесь. Это прямо табу. Вообще даже открытую с алкоголем бутылку нельзя в машине она, держать. Она вообще вот так едет и пьет. Ну. Подожди, мне Маша звонит. Беспокоится Машенька. Да что такое? Приспущенный флаг в связи с событиями и Memorial Day. Сейчас Memorial Day, и... на самом деле уже Memorial Day. Еще дети погибли, все знают, в Техасе. Тоже, видимо, к этому дню. Так, я туда. А, я за рулем. Дай мне ключи. За рулем, да. Так, мы уже приехали. Сейчас мы все это выгружаем. Пусть да? Да-да-да, идет Маша. Ой, пламенная встреча. Маш, поставили зеркало, нет? А можно отдать, если поставили? Нет, а что не поставили-то? Нет, ты сначала ужинаешь. Привет! Нет, Лёва. Нет, Лёва, ты фастфуд уже ел сегодня. Ой, а тут знаете, как можно? Тут отрывать надо, смотрите. Чтобы всем хватило. Лавруша вот эту разукрашивает. Катя другую какую-нибудь оторви, какую понравится, и разукрашивай, поняла? Оторвать тебе? Нет. Давай, какую? Я хочу... Там много принцесс всяких красивых. Вам не темно? Свет, может, вам? О, смотри, русалочка. Да! Давай, давай, отрываем. Тут видишь, как удобно сделано. Все, видите, как удобно. Да, Лёва, все греем. Немного. Милота. Котики и Лёва. Кожатник наш. Так, перед сном разукрашивают. Все, вытащили, все ободрали, все и поделили полностью. В общем, пришлось всю раскраску вырвать и по очереди вот так уделить по картинкам. Фломастер, ну, поставьте поближе. Мам, смотри, как я сделала. Красиво, да, красиво. Я поцарапала, но ты вот так вот и вот так. Ничего страшного, заживет. Красные все загорали. Ладно, разукрашивайте, скоро уже спать. Ой, друзья. Все, я уложила детей. У нас с Вовиком романтик. У Милки, видимо, тоже. Еще пока не решили. Папа, скорее всего, ее выгонит. У нас там поджарилась уже кукуруза. Поставила ее заранее. Мелоди поставила ее заранее. И она уже... она уже точно готова. Кукуруза готова. И сейчас будем жарить наш томагавк. Я вот только не знаю, как его... Ну, в смысле, на какой... блюдо, на какой поднос его положить-то потом. Или его там разрезать и сюда складывать. Надо какую-то такую тарелку длинную, там кость такая как огромная. Что, милочка? Еще пока ничем не пахнет. Приготовилась, заняла свое место. Чтоб не выгнали, надо сесть подальше от двери, да, мила? Смотри, кто у нас так музыку громко слушает. Фига себе, да, мила? О, веселуха. Очень тепло, я бы даже сказала, что жарко. Лёвик там режется в какие-то свои стрелялки. Рад страшно, что мы сидим не там, а здесь. И он может спокойно играть. Ну а что делать? У всех выходные. Так, Апик засыпал специями. Ты вот этими новыми специями засыпал? Да, я очень сильно засыпал специями. Шикарно, обожаю, когда много специй. Он же толстый. Обожаю, да, он же очень толстый, да, поэтому нужно побольше. Посмотрите, папа в новых труселях. Сказал, что вот я такие знала, надо еще купить. В общем, друзья, сейчас будем жарить. И вот такую вот длинную эту, ну не знаю, будем класть, наверное, на досточку, да, и на эту бумажку, да.
чтобы с этой костью-то сюда вошла она. Не-не, я доску оставлю, чтобы потом чуть-чуть. Да-да-да, чтобы резать, ага. Да. Угу. Немного. Ну как немного, ничего себе, 13,7, ну, да, много. Ну, для красного 13,7 нормально. Очень, ребята, такое вино приятное. Я прям даже пересмотрела, специально попробовала. Мне прям так Италией пахнуло. Мне просто не каждое вино, знаете, так напоминает Италию прям. А вот это прям я даже пересмотрела, где оно произведено. Оно местное, ну, американское. Американское, правильно же? Калифорния. Калифорния. Ну, у нас мы практически все пьем калифорнийские, да. Есть очень хорошие вины в калифорнийские. И, в общем, друзья, приятно удивлены. Это очень-очень вкусное вино. Вау! Друзья, вино бесподобное, как Вова выразился, питкое вино, питкое, дурацкое слово такое, питкое, оно реально его пьешь-пьешь, как сок. Вот для меня главный признак хорошего вина, красного особенно, когда ты пьешь его и не чувствуешь алкоголь. Там алкоголя дофига, но ты пьешь его как сок, и ты его вообще не чувствуешь алкоголь, значит, точно вино хорошее. Так, мы сейчас смотрим, если оно готово. Ну, моя часть кровавая должна быть готова. Все шикарно. Шикардос, все готово, даже твоя часть готова. Ну, ты будешь обрезать мне. Да я-то понятно. Слушай, нет, вот то, что вот внутри мое кровавое, это мне давай сразу. Если что, остальное можно допечь. О, да. Нет, оно нормально. Оно отлично. Так, ты будешь это быть есть, ты уверен? Да. Я-то вот да. Прям совсем, да. Ну, вот я это буду. Если ты это будешь, ну, ты можешь потом вот эти вот кусочки взять и вот так вот чик-чик по там несколько секунд еще обжарить. Давай. Еще порубить? Давай. Да я сама, вон ножички лежат. Ну, у меня просто ножичек, который прям не прикасаясь практически в режиме. Да, друзья, это вот Вовке подарили наши ребята, друзья, соседи на день рождения. Вон, наборчик висит. Он не весь, он у нас там почти весь дома. Это мое было. Ну, ровно. Нет, обрежь, пожалуйста, мне вот это. Ну, это краешек. Ну, попробуй, господи. А специя какая классная. Ну, кстати, да. Обратил внимание? Прям классная. Вов, ты себе точно дожаривай. Ты это точно есть не будешь, я точно знаю. Ты сейчас испортишь себе все впечатление. Ой, слюни глотает, сидит. Косточка какая, да, мила? Ох бы такую косточку. Ох бы такую косточку. Хоть облизать, скажи, да? Ну, ништяк. То, что нужно. Просто топчик. Вовик, ты бог. Нет, конечно. Стейков. Ну, ладно, после Макса, окей. Да, после Макса. После Макса, окей. Первый после Бога. Вот. Вот здесь пошли вот твои куски как раз. Шикардос. То, что нужно. Сверху запечатанная корочка, а внутри кровавое месиво. Амин. Сейчас тебе дадим косточку, облизнешь, да, да, счастье близко уже, близко, Минка.